Меня зовут Александра, мне 30 лет, я сборщик мебели «Трансформер». Мы сидели в компании был знакомый, который уже работал здесь мастером цеха на тот момент, и я просто попросила его, я говорю, не хочешь меня взять к себе на работу? Он говорит, ты пойдешь сборщик? Я говорю, да. Он говорит, ну хорошо, я позвоню, узнаю. Он позвонил сюда начальству и сказал, что вот так и так есть человек, который хочет попасть сюда сборщиком. А на тот момент люди были нужны, и как бы сказали, хорошо. Но потом он говорит, ну тут такая совсем нестандартная ситуация, она женщина. Ну, они сказали, пускай придет, посмотрим. Ну, в общем, я им понравилась, они мне, и я здесь работаю. Когда в гости ходишь или еще что-то, ну, в основном смотришь на то, как она поклеена. Мне обязательно нужно его потрогать. Это у меня прям действительно есть такая штука, я трогаю, и если со мной рядом муж, я его спрашиваю, а из чего? Это что? Ну, у него стаж поболее моего, он уже 10 лет работает в этом всем. Вот, и как бы, вот это да. Либо просто посидеть, я могу посидеть, пощупать. Оно ровно, неровно, есть такое. По-любому, это в любой профессии, я так думаю. Ну, первый раз в руки шуруповерт я взяла года два тому назад. Я решила делать доски для детей, для развития по методике Монтессори, бизиборд называется. Я начала, в общем, как бы вот с этого в основном. Моему сыну 9 лет. Он пищит прямо и просит, чтобы я ему сделала двухъярусную кровать. Это вот его мечта. Я ему обещала, но пока не знаю, когда обещание придет. Ему очень нравится все, что я делаю. Доски я когда собирала дома, вот эти бизиборды, он оценивал каждую мою доску. Он приходил, смотрел, говорил, о, это классно, это классно. Ему очень нравится. Ему, в принципе, нравится все, что я делаю, наверное. Даже раньше, где бы я ни работала, он меня любит. Он меня просто любит. Мы стараемся друг другу быть лояльными. Здесь не пренебрегали тем, что я приду как бы как девушка сюда. В основном здесь, наверное, больше всем было интересно, что это такое вообще, как так женщина в цеху, что она сможет сделать вообще, сможет ли она. У нас нет здесь такого, что я женщина и у меня какие-то там, допустим, какую-то скидку мне делают, нет. Ну, понятно, что там, допустим, таскать здоровые листы я не буду, у нас мальчики их не таскают сами. Но помочь, к примеру, там на присадочный станок, лист 2 на 2. Если помочь что-то передвинуть, что-то поменять, допустим, местами, либо что-то засунуть, вот как в станки, да, это не проблема. Помочь я могу им, они мне помогают, то есть здесь все нормально. Шоколадки мне покупают. Вообще, женщина может пробовать себя везде. Я хотела идти еще и автослесарем, если честно. У нас есть друг, который работает автослесарем. Я его прям просила, возьми меня к себе, я пойду, я хочу научиться вот этому. Там же масло, там же бензин, там же ничто, ничего страшного. Я говорю, возьми. Но меня туда не взяли. Поэтому бояться никогда ничего не нужно. Я считаю, что сидеть просто за компом. Я просидела просто какое-то время за компьютером. Ну, я начала деградировать. У каждого по-своему. Я считаю, что физический труд все-таки он как-то женщину, да и вообще человека, развивает умственно. То есть это очень важно, саморазвиваться.